Сегодня в клубе Игоря Бутмана мы увидели на сцене замечательную певицу, с которой мы еще никогда не встречались. И мы не могли не подойти. Я запомнила, Виктория. Да. Расскажите, пожалуйста, о вашей деятельности, о вашем спутнике и о ваших планах. Здравствуйте. Меня зовут Виктория Каунова. Это Илья Морозов, он солист оркестра Игоря Бутмана. Мы с ним создали свой джазовый проект, которому 14 февраля этого года исполнится уже 3 года. И мы решили этот знаменательный день отпраздновать прямо на сцене джаз-клуба Игоря Бутмана, в котором на этом концерте мы представим много своей авторской музыки джазовой и всеми любимыми джазовые композиции на английском языке. Все произведения, которые будут исполнены, аранжированы нами двумя совместно, потому что мы пара, и для нас этот день особенно знаменателен. Во-первых, это день Святого Валентина, во-вторых, это день рождения нашего коллектива, и мы приглашаем вас на этот замечательный концерт. Я надеюсь, что вам очень... Ну, ваш клуб, да, это ваш клуб. Да, поэтому мы вас с радостью ждем. Я думаю, что вам понравится, тем более праздник любви, день любви нужно отпраздновать вместе с нами. Конечно. Всех, кто придет на концерт. Кстати, я забыла сказать, да. Вкусные кулинарные сюрпризы. Приготовлены тоже вами. Да, практически нами, нашими близкими друзьями. Мы об этом расскажем, покажем еще. У нас будет очень много всего, очень много рекламы разнообразной по этому поводу, связанной с вкусняшками. Вот, поэтому приходите насладиться музыкой, вкусностями и праздником. И зарядиться хорошим настроением. Да, мы вас ждем. Спасибо вам в преддверии любви и творческих планов. Спасибо побольше. Большое. До новых встреч.
Добрый вечер, дорогие друзья! Мы сегодня очень рады приветствовать вас в этом замечательном клубе, в такой потрясающий праздник, наверное, самый романтичный день в году. Это именно сегодняшний день. Но, вы знаете, для нас это, конечно же, да, праздник любви, праздник... чего еще там? Романтики. Ну, подожди, нет. Праздник романтики, ну, конечно же, для нас это особенный день, потому что сегодня исполняется ровно 3 года нашему коллективу. С чем мы нас всех и поздравляем. И... Ой, спасибо. И, конечно же, в связи с тем, что сегодня такой необычный день, сегодня будут исполнены исключительно композиции любви. Да? Что не ткни, как говорит Илья. Куда не ткни, не промахнешься. Так вот, и следующая композиция не исключение, потому что первоначально эта композиция была исполнена и написана Билли Холидей. Мы с Ильей подумали и решили исполнить ее немножечко иначе, нежели в оригинале. Thank you.
Спасибо большое. Владимир Нестеренко, рояль. Артем Баскаков, контрабас. Виталий Эпов, ударные. Виктор Потемкин, тенор, саксофон. Иван Агатов, труба. Илья Морозов, альт-саксофон. И, конечно же, Виктория Каунова, вокал.